Здравствуйте! Сегодня передо мной облучатель-рециркулятор медицинский Армед, и мы с вами будем в нем менять лампочку. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится отвертка, а также любой плоский предмет. У меня это плоская отвертка. У вас это может быть нож или любое другое средство. Для того, чтобы заменить нам лампу, нам необходимы вот эти колпачки, а также с другой стороны. Поддеваем колпачок плоским предметом. То же самое мы должны сделать со всеми другими оставшимися колпачками. Далее мы должны открутить все 8 болтов, которые находились под фиксирующими колпачками. После того, как мы открутили все болты и открыли все крышки, мы переворачиваем рециркулятор. Вот таким вот образом. И открываем крышку. С одной стороны поддеваем. И немного усилий с другой. Далее мы приступаем непосредственно к замене лампы. Для этого нам необходимо отсоединить контакт и вынуть лампу из зажимов. С одной стороны и с другой стороны. И вынимаем лампу из зажимов. Приступаем к замене лампы. Новую лампу мы вставляем обратно в зажимы и надеваем на нее контакты. С одной стороны и с другой стороны. После того, как мы заменили лампу, вставили ее в зажимы и подсоединили контакты, мы повторяем все те же самые действия, только в обратной последовательности. Надеваем крышку. После того, как мы надели крышку обратно, мы фиксируем ее болтами. После того, как мы зафиксировали крышку болтами, нам необходимо обратно надеть колпачки. Оп. Сейчас мы надеваем 7-й колпачок и 8-й. Замена лампы окончена. Теперь давайте проверим, работает ли рециркулятор. Работает.